На няню, подозреваемую в издевательствах над 11-месячным ребенком, завели уголовное дело. Теперь педагогу Ларисе Ульяновой грозит до 3 лет лишения свободы. Правда, свидетельствовать против себя женщина не стала. В райотделе она сослалась на отсутствие адвоката. Соседи уверяют, что не видели Ларису Ульянову уже несколько дней. Няню, избивавшую младенца, ищет и отец ребенка. Именно он написал заявление в полицию и сообщил, что нанятая по уходу за ребенком женщина избивает их 11-месячного сына, кидает его на диван и матерится. И показал видео. Мы обнаружили просто жуткую съемку, где над ребенком издевались на протяжении всего дня. Я больше не могу сказать без слез. Это видео не для слабонервных. На следующий день мы опять же зашли на этот сайт. Она разместила новое объявление. Мужчина рассказал, что к выбору няни для младшего ребенка в их семье подошли сознательно. Претендентка имела положительные рекомендации от бывших работодателей. В резюме к тому же было указано, что она 10 лет работала в детском саду. А вот соседи Ларисы Ульяновой уверяют, что раньше она трудилась сторожем и имела не очень хорошую славу. Она в детском саду никогда не работала. Она, может быть, и работала еще, когда молодая была, не знаю. Сколько здесь живет? Уже 27 лет. Одну гадость сделала и делает по сей день. А что именно? Никакого покоя. 40 по 20 человек держит. Не только кинуть может, она может и что хочет сделать. Женщине, поднявшей руку на малыша, придется отвечать по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Наказание до 3 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Татьяна Морозова, Оксана Кравцова, Александр Петров, 31 канал.